احمد المحمدي بالراس لكن قبله كان بيعصو امكانيه لفريق ليستر مثلت لرياض محرز رياض محرز يفتح السبع يسدد جول رياض محرز بتسديد ابو بكر Ну и опять мелкий пас. Здесь надо, наверное, придумывать какой-нибудь. Сабалета. Давид Сильва. Насри. Красиво. И прострел. О, здорово. Разворот. О. И гол. Ну вот так они должны были забить, конечно. Давид Сильва под ближнюю ногу под опорную пускает мяч. Вратарю не ожидал. Здесь Мангаля разобрался здорово. Сабалета направо. Навас Сильва. Они рядом. Мяч штрафной. Милнер. Пауза хорошая. Направо нужно сделать передачу. Потерял момент для удара. Самир Насри прорывается. Фернандиньо. Удар. Вот это да. А когда же он пробьет? Все, мы ждали, ждали, ждали. И он пробил так, что можно теперь ждать весь матч. С новогодним звоном. Забил, и все стало ясно. Составы команд: у Сити Джо Харт в воротах, в центре обороны Домичелис и Мангаля, на флангах Сабалета и Каларов. Атаку сейчас Сабалет останавливает. Удар, удар. Дальний угол. И гол! И гол в защиту, не знаю, забил Дэнни Инкс или это Бойд переправил. Но то, что Бойд помешал Джо Харту, совершенно точно. И 2-1 в матче Манчестер-Сити-Бёрнли. Ты знаешь, мне ты говорил, что они забьют. Я говорю. Ну, посмотрим, на кого запишут. Кстати, нам не показывали плашку, да? Удар! Гол! Вот это да! Барнс 2-2! Вот так вот Бёрнли сравнивает счет. Действительно, слишком легко. There'll be people here today that weren't even born, actually, when that happened. Here's Coleman with the cross. Cody! What a wonderful start for Everton! Aruna Kone back in the side and on the score sheet for Everton. A crisp volley. Short corner this time. Cole back. Tiote. Lost it to the far post. Cissé! Well, Everton will question whether he should even be on the field after that elbow. Baines, Ndidi, Everton try and play their way out of danger. It's given away to Tiote. Here goes Ayoze Perez. Chance, goal! Newcastle have come from behind to lead. And it's Ayoze Perez with his fifth of the season. Everton, masters of their own downfall. Of the second half. Newcastle edging it. Romelu Lukaku poised to come on for Everton. Ball runs through to Colback. 3-1 Newcastle. A calamity at the back for Everton. The game is surely over for them now. Jack Colback with his first goal. It's there in the replay. Through the middle, it's Morales. Will he get there first? He does, and he scores! Brilliantly taken by Kevin Morales. It's 3-2 with 7 minutes to go. I've got to say, what a fantastic pass this is by Leighton Baines, I think it was. Не совсем внятную игру. Да, моментов было много и у тех, и у других. Но 0-0 это не то, чего мы ожидали от матча Тоттенхэм. Мане, выход 1-1, Садио! Гол! 1-0! Мане выводит Саутгемптон вперед! И показывает, что это... Ну и диктор объявляет о том, сколько минут добавлено, и Азар. Это две. Азар в эти две минуты уложится. Он в штрафной, набегает Луис, но он ему не нужен. Азар! 1-1! Эден Азар без партнеров самостоятельно сравнивает счет в концовке первого тайма. Браво, бельгиец взял игру на... There's Bojan. Now it's Marco Arnautovic. Arnautovic deflected off you! Lady Luck shows up wearing a Stoke City shirt. What you see here
And they're claiming offside. West Brom. Be excellent. This is Mama Biram Diouf. Stoke City finally flexed their muscle. And the Britannia Stadium, where many fear to tread, rejoices again. Получилось Эванс. Руни. Мата плохо принял мяч, но вышел с трудного положения. Фалькао! Давайте посмотрим еще раз, что здесь не получилось. Вот Мата ставит корпус. И дальше вот пас в разрез. Киритеш не успевает. И может еще одна контратака Тоттенхэма. Но это слишком авантюрно. Макнейр обязан был закрывать эту калитку. Таунсенд. Против него Эванс. Таунсенд смещается. Вынуждены тех или иных футболистов менять. Но, как мы уже говорили, Сэм Эллардайс обещал на этот матч выставить сильнейший состав. В атаке Арсенал, пенальти! Ставь пенальти! Как говорится, не имеешь права. Бесспорный пенальти. Мы это видели из Останкина. Мы видели это из Останкина. Даже если 25 раз сказать английское слово. Кто должен был забить следующий мяч? Арсенал! 1-0! Арсенал, естественно, полный сектор. Прострел! 2-0! Уэлбек! Это уже очень серьезно! Два мяча у такого Арсенала отыграть очень сложно, если это вообще возможно. И вместо того, чтобы попытаться сравнять счет, Уэстхэм допускает ошибку и пропускает второй мяч. Мячом можно распорядиться так, что он летит в другую сторону. Но это тоже очень сложно. Вот в атаке Томпкинс. Подача! Подача! Опасна! 2-1! Уэст Хэм делает нам подарок. Он дает нам возможность посмотреть интересный футбол до финального свистка в этом матче. Даже...